было двое детей, которые не дожили до года. Был мальчик, была девочка. Вот. И я очень много видел у нас в районе семьи, в которых рождались больные дети. Мы часто просыпались от того, что наш дом начинало трясти. У нас начинало плясать люстра, у нас гремела посуда в шкафах. И мы часто выбегали на улицу. Вот. Потому что наше село находилось буквально в 100 километрах от Симпалатинского полигона. И вот та первая взрывная волна, которая проходила в первую очередь это через наше село, через те деревни, которые находились поблизости. Вот те взрывная волна, которая идет по земле, вот они все проходили через нас, конечно. После очередного ядерного испытания, на следующий день по радио объявлялось обычное объявление, что вот произвели два очередных испытания в мирных целях, выброс наружу радиации не замечен.